Всем привет, друзья. Очередное блюдо вот у нас — фарш из турки, из индюшки. Вот решили использовать. Я уже говорил, 4 дня выходных, нам надо питаться, чем-то заниматься. Вот, пожалуйста. Здесь фарш уже с добавлением специй. Мы тоже говорили об этом. 20 грамм соли на килограмм. А остальное вот по вкусу все. Вот грибочки. Здесь что у нас уже фарш положил? Здесь сыр есть, сыр, лук есть, чеснок, специи разные. Чеснок молотый? Да. Ну, какой есть. Да. Потом я грибочки пожарю, мелко нарежу, пожарю. Ну, это вы будете видеть. Вот такой вот метод приготовления грибов. На сухую сковороду порезали грибочки и положили для того, чтобы грибочки обезвожились, будем так говорить. Потом продолжим. Итак, друзья, порезали остаток грибов. Посмотрите, включили плиту. Вот сейчас, как я уже говорил, чтобы жидкость покинула грибы, немножко прожарим. А вот здесь вот посмотрите, у нас вчера мы готовили утку с яблоками в духовке. Правда, видео не снимали. И вот сейчас, когда грибочки подойдут, шеф наш добавит масло утки с ароматным привкусом, с привкусом яблок, ну и тех специй, которые добавляли в утку. И у нас будет обалденное блюдо. Готовы. Ой, запах пошел. Потом готовые грибочки. Ну, вы, в принципе, что я рассказываю, все вам говорили, что эти грибочки как бы водяные, что ли. Вот видите, пар выгоняется. Но они как бы вкуснее становятся. Ну, это будет вообще бомба. Масло. Вот, добавил немного укропа у нас. Подсушенный укроп. И вот смотрите, сколько воды. Я проходил, думал, уже масло добавили. Нет, хозяйка говорит, что это сок, грибной сок выпаривается. Может, зря мы это делаем, но вроде бы не зря. Очень вкусно получается. Вот. Скоро. Друзья, посмотрите. Сок грибной весь выпалил, добавили масло немножко, кашу маслом не испортить. Добавили еще, сочнее будет у нас фарш. А можно еще для меня одну ложку попробовать? Попробовать? Нет, добавить масло. Это прожариваем мы и убираем в сторону. Правильно я говорю? Да. Остальное все пойдет. Итак, продолжаем готовить ужин. Так, фарш, как видите. Лист. Итак, лист смазываем утиным маслом. Маслом, в котором готовилась утка. Я уже говорил. Яблоки и еще что-то добавляли. Вот, хорошо, лист смазываем. По бокам тоже смазываем, чтобы по бокам не прилипало. Это у нас грибочки жареные. Вы видели, как мы их жарим. Ну и вывалим. Да можно всю чашку перевернуть, что мучиться плотнее. Вот так вот. Быстрее, видите. Вот видно сыр. Добавляли сыр сюда такой, тертый. Готовим. Как мы его назовем? Пирог или что это?
получится. Запеканка. Как назовете, так и будет. Плавает. Добавить надо. Сыр будет. Сыр? Сверху сыр еще будет. Ну, и на масло сыр добавишь. Вкуснее будет. Тогда мы потом будем пирог резать. Еще раз смазываем маслом. Хорошенько. И сверху пойдет у нас тертый сыр. Говорит наш шеф, последний штрих. Тертый сыр. Еще раз сверху. Крутое блюдо будет. Посмотрите, друзья, духовочка нагревается. И вот смотрите, какую красоту навел наш шеф-повар. Разделил на квадратики. И вот сейчас температуру 350 поставили. То есть по Цельсию 180. Ждем, она когда нагреется, должна просигнализировать нам. Дальше продолжим. Итак, друзья, духовочка просигнализирована. Ой, тепло как видите. Погружаем в духовку. Не накрываем ничем абсолютно. И 35-40 минут. Да, до готовности. Ну, итак, наше блюдо готово, друзья. Приготовьтесь, посмотрите. Кипит, шипит, все в жиру, как мы и хотели. О, какое блюдо. Дадим остыть немножко. И потом приступим уничтожать. Вообще, индюшка не бывает такой жирной. Но, видать, уточка наша придала хороший жир. Придется отсюда еще добавить в эту чашку жир, и будет у нас не только утиный, но и индюшинный. Это готовое блюдо, делим. Оно было разделенное, но мы еще дополнительно и уложим сейчас в эту посуду. Друзья, смотрите, какое шикарное блюдо получилось, как мы старались. Не забывайте оценивать наш труд лайками, комментариями, подпиской, ну и рассылкой. Всем спасибо, что были это видео вместе с нами. Увидимся в следующем видео.